Итак, сегодня 16 апреля. Повторяю, 16 апреля. Я сейчас покажу. Не знаю, видно ли тут, как снег идет, но это просто пиздец. То есть вот такие машины стоят сегодня с утра. Вот такие лужи у нас на улицах. Как люди перемещаются пешком, я не очень понимаю. Вот я, кстати. Вон там Тимурин детский сад. Ну, в общем, жесть полнейшая. Снег идет просто, я не знаю, какими-то огромными хлопьями. Как жить дальше, непонятно.